Агент Блажкович, вы всегда умудряетесь появляться в неподходящее время. Поэтому я заранее принял меры. Красота, верно? Беспредельная энергия. Она уничтожила тулийскую цивилизацию. Они проиграли, а мы победим. Мы обуздали ее с помощью технологии. В ходе первых испытаний мы уничтожим Айзенштадт. А следом за ним я смету все, что стоит у нас на пути. Мир падет на колени перед Третьим Рейхом. Жаль, что вы не увидите свастику, гордо реющую над Белым домом. Ганс, стреляй! И на этот раз не подведи меня. Я воль. Ауфидерзейн, Блажкович. Вот он так, Блажкович. Мой медальон силен, как и твой. Наши силы равны.
что ты можешь! Директор, задание выполнено. Генерал Цета ликвидирован, его исследования прекращены. Поскольку Тулийский портал и сверхоружие разбились вместе с Цепелином, доступ в мир Черного Солнца закрыт навсегда. Медальон также утрачен. При разрушении портала он превратился в оплавленный комок металла и стекла. Айзенштадт освобожден от нацистов. Сейчас он под контролем кружка Крейсау. К сожалению, Золотой Рассвет прекратил свое существование. Несмотря на предательство Александрова, они могли бы стать ценными союзниками. Что касается Тоттенкопфа, хотелось бы верить, что он погиб в катастрофе, но я боюсь, что мы о нем еще услышим. Би-Джей Блажкович.